Вечер добрый. Слушаете вы свое радио, я уверен, в постоянном режиме. Если нет, то много теряете. Как обычно, по будням с 8 до 10 в студии своего радио в программе «Живые» появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живенько так беседуем, ну и музыку их слушаем в живом исполнении. Надеюсь, что сегодня вы прильнули к своим радиоточкам, просто потому что группа прелюбопытнейшая присутствует здесь сегодня. Познакомлю вас с музыкантами по традиции чуточку позже, сразу после того, как они сыграют свое первое произведение. Это будет в некотором смысле музыкальная заявка для всех тех, кто не знаком с их творчеством. Ну и вы поймете, нужно ли вам 2 часа провести с нами, или, может быть, чаю с ромашкой и баньки. Такие ведь тоже вариации быть могут. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Ты готовишь мне омлеты в неглиже. Я помню, каждый уникален, как яйцо Фаберже. Мы 300 лет знакомы, я мужчина дома твоего. Лет 299 уже. На мой шаг 2 твоих шажка, но поступь наша уверенно равна и легка. Единомыслие такое, как у нас с тобою было, разве что, пожалуй, на пленумах ЦК. Звонила Катя, нас где-то беспомощно ждут. Мы обломали Кати-пати на час без 5 минут. И Катя остро нуждается в нас, а мы сидим тут. И виноваты в этом, разумеется, я, вернее, нерасторопность моя. А ты другое дело, совсем другое дело, ах ты моя. Особенная, 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 особенная. У нас синхронные часы и одинаковое время сна. Будильник на двоих и громкость его ужасна. Мы даже пьем одно и то же и кривимся похоже, если выпивка это огне опасно. И хотя разница есть, взять хотя бы вот пол или манеру сочинения виршей в стол, или манеру подражания дурному примеру, или манеру утыкания глазами в пол. А в остальном мы практически близнецы. Ты близняшка Москва, я близенчик Люберцы. Если где по странной прихоти не сходятся с концами концы, то виноваты в этом, разумеется, я, вернее, нерасторопность моя. А ты другое дело, совсем другое дело, ах ты моя. Thank you.
Вау. Ну что, друзья мои, предстоит нам сегодня с вами потрясающий вечер. Эти люди делают нечто совершенно необыкновенное. Я бы так от себя, когда в первый раз услышал, обозначил это как курюхинское наследие, если хотите. Потому как есть что-то в этом. Ну, будем знакомиться. Группа 9, так называется этот коллектив. Чой, это тот человек, голос которого вы сейчас слышите. Привет. Очень приятно. А далее, давайте будем мы теперь по пунктам, потому что это важно. Я очень попросил бы всех музыкантов хотя бы раз за эфир, это можно сделать прямо сейчас, встать, да, со своего места и подойти к микрофону, ну, тот, который вот сейчас вот свободен микрофон, для того, чтобы просто поздороваться с аудиторией, чтобы вас хотя бы раз за на сегодняшний эфир услышали. Дальше уж, если хотите, будете подходить к микрофону. Не хотите, не нужно. Анна Левковцева, правильно я произнес ударение? Да. Это клавишница коллектива. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Далее бас-гитара, контрабас Павел Протасов. У него два инструмента. Добрый вечер. И пипетр. Это очень важная составляющая. Барабанщик. А вон зачем? У тебя микрофон свой, дружище. Тяни его к себе, не стесняйся. Тяни. На барабанах Александр Ахмаев. Да, все верно. Здравствуйте. Вот это первый человек, который пришел, усевшись на стульчик. У нас там такой диванчик барабанный обратной стороной. То есть он так сделан, этот стульчик, что у него как бы маленькая такая спиночка сзади. Он развернул его так, чтобы спиночка была впереди, и сел. Я спросил, тебе так удобно? А мне просто, я скатываюсь с этого стульчика, поэтому мне так удобно. Барьер. Замечательно. Вот, собственно, это и есть группа 9, с творчеством которой, надеюсь, многих мы сегодня ознакомим, причем с радостью и удовольствием. Те же, кто знает эту музыку, естественно, получат сегодня удовольствие двойное, потому как живое исполнение — это чаще всего достаточно яркая картинка составляющая, потому как пластинка пластинками, а живой звук всегда живой звук. Сообщу, как с нами можно связаться. Все достаточно просто. СМС-портал 4647. Короткий запоминающийся номер 4647. Пишите свои, пробел, дальше все, что хотели бы. Это могут быть вопросы, это могут быть эмоции, впечатления. Эмоций сегодня будет много, их уже много. Как только вы стали петь первую же песню, я сейчас кое-что почитаю, народ начал просто всхлипывать. Вот серьезно. Аудитория своего радио, она такая чувственная аудитория, любящая разную музыку. Всхлипывать начали прям. Да, так вот, можно, собственно, оставлять свои следы под анонсом в группе, в официальной группе своего радио. Там, кстати, группа 9, название коллектива выделено синим. Это значит активная ссылка, кликая на которую вы оказываетесь у них в сообществе. Становясь участниками этого сообщества, вы получаете всю информацию об их передвижениях, концертах, альбомах в первую очередь. Это всегда важно. Совершенно. Поэтому давайте вступайте. Там пока не так много народу, как мне бы хотелось. И мне сам. Да, как нам бы хотелось. Чё им? Да. Поэтому давайте будем увеличивать вот эту самую базу. Базу группы, мне кажется, она должна быть в десятки раз больше. Как, ну, мне так кажется, я, конечно, могу ошибаться. Десятки. Что, надо мыслить широкими. Согласен. Ну и видеть все, что происходит в студии, можно тоже сегодня. Обязательно зайдите на сайт своего радио, своерадио.фм. Там сверху вы увидите плеер, он на самом видном месте. Слева в плеере онлайн-аудио, справа, ну это чтобы слышать просто, а справа онлайн-видео. Кликая на онлайн-видео, вы оказываетесь в картинке, которую нам представляет Планета.ру. Большая благодарность этой краудфандинговой платформе. Там же, кстати сказать, есть чат, в котором тоже можно отписываться и точно так же оставлять свои следы. Теперь к группе. Ну, насколько я знаю, группа 9 образовалась аж в 99-м году. Да. И где-то году в 11-м, в 12-м... 13-м, может быть. Прекратило свое существование, потом снова восстановилось. Или нет, я где-то ошибаюсь. Ну, мы достаточно взрослые люди, поэтому никому не обещали тотальный распад. Я просто не была обозначена дата следующего концерта. Сколько ж лет это было? Это продолжалось приблизительно года полтора-два, наверное. То есть два года никак не могли назначить себе концерт? Никак что-то не выходило. А тут стряслось. Да, в Тамбове, Мне написали, на самом деле, как ведь, мы же в кризисе находимся. Да ладно? Я имею в виду не мы, не я нет. А вот страна и вообще мировое сообщество, да, находится в глубочайшем кризисе. Соответственно, вот в условиях этого кризиса я написал старой своей знакомой из города Тамбов, что хорошо бы как-то, ну, просил за другого артиста, собственно. Хорошо бы как-то сыграть ей в Тамбове, значит, да. И она говорит, ну, мол, другого артиста не хочу, а хочу вас опять. Я говорю, ну, как нас? Вот нас, у меня ничего нет. Она говорит, ну, приезжайте один. Я говорю, ну, как я один поеду? Я один не умею. Я и нот не знаю вообще.
Вот я позвал старую свою... Тех людей, которые немножко знают ноты. Молодую, вечно молодую свою подругу и соратника, и вообще товарища уже много лет, Анютеньку нашу. Вот. И мы с ней вдвоем сыграли роскошный, как я считаю, концерт в Тамбове. Ну, а после этого уже было грех бросать. Вот. И мы привлекли еще... Роскошного барабанщика. Роскошных музыкантов, да. И роскошного басиста. Да. И таким образом, басиста, так, и... То есть нельзя сказать, что это такой реюнион. Прямо. Это очередная инкарнация все того же коллектива, играющего все те же прекрасные песни. А? Вот это вот за меня он сказал сейчас. Ну, очень точно. Я бы сказал бы то же самое. Насколько я знаю, есть два состава же. Это состав как бы акустический. Правильно, а есть электрический, или как это называется? Нет, сейчас есть только вот этот состав. Ну, просто я слышал песню в электричестве. Ну, предыдущий альбом, который мы записали... Угу. Пятый, по счету, по-моему. Или шестой, ну, я, честно говоря, не слежу, да. За своими альбомами. Да. Ну, в 2011 году была у нас презентация, вот как сейчас помню. Но писали мы его долго-долго, года три. И там, конечно, да, он более электрический, он электрический. Угу. И там масса сыграла народу, помимо вот... Это альбом «Без меня», который? «Без мая» он называется. А, «Без мая», да. Вот. Это пятый. И, ну, значит, пятый. Студийный пятый, наверное. Ну, концертный еще есть альбом, насколько я знаю. Да, да. Мне очень нравится название альбомов группы 9. Да. «Ожидание четверга» нет. Да. Это 2005 год, через 4 года вдруг произошло переосмысление «Ожидания четверга». Да. Да. Так называется альбом. А в 2007 вышел альбом «Убей в себе Евграфа». Ну, это было шикарное время. У меня... Не у меня, вернее. Мы играли большим таким составом, 6 человек, как раз Нютенька играла тогда с нами вовсю. И на этих трех альбомах можно трех, двух, можно замечательно эти клавиши услышать. Большой состав, скрипка была. Два скрипка, играющая на скрипке, и еще два скрипача, играющие на барабанах и на бас-гитаре, соответственно. Вот. И, больше инструментов не досталось. И вокалистка еще была в коллективе. И, и, по-моему, ксилофон тогда же был, и барабанщик такой консерваторский у нас был. Так музыканты, кстати, тоже очень профессиональные. Ну, о музыкантах мы отдельно поговорим, да, естественно, да, потому что это люди, разумеется, не только знающие ноты, но и имеющие музыкальное образование. В отличие от... Причем серьезно, в отличие от Чоя, да, имеющие музыкальное образование. Как называлось первое произведение? Первое произведение — это такая... Песня называлась «Особенная», нетрудно видеть, слышать, извините. Просто почему я спросил? Потому что вот Юлия Усова пишет: «От голоса инструментов возникли в голове ассоциации с никогда не слышанными старыми пластинками и немного черно-белыми фильмами с их особым юмором. Не сравнивай, просто впечатление. Эмоции». Да, у людей рождаются эмоции. Яркую ассоциацию. И картинки. А когда музыка рождает картинки, это, мне кажется, самое дорогое, что может быть в музыке. Давайте дальше петь. Что это будет? Композиция под названием «Ночная скука 2». А есть «Ночная скука 1»? Есть. Поговорим об этом отдельно. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня группа 9. Поехали. Ты все прощелкал, я все профукал. Какая глупость, какая скука, ночная скука. Под разговоры, под переливы и переборы. Тебе тридцатник, мне 38. Один не начал, другой не бросил. Давай смеяться, как все потешно. Давай напьемся, давай, конечно. Давай напьемся, давай, конечно. Давай, конечно. Один не бросил, другой не начал, зато стабильность, квартира, дача. Мне 38, тебе тридцатник, вот твой бумажник, вот мой лопатник. Вот деньги выпьем под этой елкой, игриво ляжет роса на челке. Счастливо, Федька, будь счастлив, Вовка, а женам скажем: командировка, а женам скажем: командировка, командировка.
ночная скука. Вот что, Федя, давай ты пёхом, я на мопеде, возьмем тротила, пролезем в Думу. А лучше вот что, а лучше к черту. Ты любишь рощи, посадим рощу, продам квартиру, сколотим группу, поедем в Тынду, поедем в Тынду, поедем в Тынду, поедем в Тынду. Какой же вечер сегодня звездный, хотя не поздно, еще не поздно, хотя не поздно, еще не поздно, еще не поздно. Как же я люблю такую вот непростую, но, скажем, для осмысления сразу музыку. Это не то, что у нас принято называть русским роком. От самого тезиса меня уже подташнивать начинает. Но то, что делают эти люди, вызывает неподдельный интерес. Уже хотя бы зачем? Вопрос, зачем они это делают? Давай познакомим... Нет, в хорошем смысле зачем, без всякого подтекста. Я, честно говоря, думаю, что как раз это и есть русский рок. Спасибо. Ну, вот теперь. Да. Нет, если бы он был такие, да. Боже мой, ну, должен, надо же стремиться. Было бы счастье на моей улице. Mm-hmm. Давай познакомим аудиторию с музыкантами, потому что это очень важный момент. Я знаю точно, что все они имеют образование. Барабанщик, по-моему, еще пока только-только учится, да? Да, я это подловил по возрасту. Но учится не абы где, а в серьезном каком-то учебном музыкальном заведении. Верно? Интуиция меня не подводит. Ну, давай мы с тебя и начнем, дорогой. Расскажи, Саша. Я еще обучаюсь в Российской академии музыки имени Гнесиных. Да, вот еще один Гнесинец у нас. На втором курсе. Второй курс — это, в общем, как бы начало. Но играешь ты так, как будто бы уже... Парнишка золотой. Золотой, золотой, золотой. А играешь так, как будто бы ты уже 2-3 года преподаешь. Ну, вы мне льстите. Да нисколько. Зачем? Какой смысл? Мне-то это зачем? Если бы что я тебе льстил, я понимаю, это чтобы ты с концертов не умыкивал никуда по своим делам. А я-то чего? Я же слышу, да слышу, что я говорю. Но ты знаешь. Да, читаю. Великолепно. Пойдем дальше. Дальше у нас Павел. Если можно, к микрофону, Паш. Что за образование, каков уровень? Ну, уровень высок. Что за образование? Ну, образование, в общем-то, тот же, что вот будет у Саши. Гнесинск. Да. Тоже по контрабасу, я так понимаю. Да, да. Ну, то есть, да. Как бы получается профиль твой, и ты этим профилем абсолютно нормально пользуешься. Да, именно. Чудесно, чудесно. Теперь надо девушку сюда, Анечку. Ее любят все в коллективе, так и называют. Анюта, да? Как да, я понимаю. Анютенька. Анютенька, вот. Анютенька, какое имеет образование? Я учусь в Гнесинке, только на третьем курсе. На третьем курсе, а играешь так, как будто бы уже 20 лет преподаешь. Один год. Блестяще. Спасибо большое. Ну, в общем, все понятно. И при этом только что не имеет образования, как я понимаю. Нет, я имею два образования. Музыкальное. И получаю третье, но... Не музыкальная, к сожалению. Вот, я музыкальный. Или, к счастью, не знаю. Я музыкальный. Какие два? Ну, полтора, если быть точным. У меня есть, ну, технические какие-то. У меня есть полуобразование радиотехнического факультета Института связи Московского. Угу. И я закончил еще строительный институт. Угу. И сейчас я учусь в Британской высшей школе дизайна. И, пользуясь случаем, передаю привет всем своим коллегам по цеху. Ну, надо, наверное, открыть маленький секрет, если это секрет, что Чой, он сценограф иножеланный. Не только иножеланный. Нет, да, ну... да, я сценограф иножеланный. Это огромная честь и вообще удовольствие. И не только иножеланный, сказал ты. А тогда чей еще? Ну, вот постоянно я работаю еще вот Радик Тюлюш, выдающийся туринский певец. Человек. Да. Гениальный я человек. Работаю с группой «Браво», с группой «Иванова» и с сольным проектом Насти Постниковой под названием «Купава». Блестяще. Вот, и, наверное, так. Ну, и я с кучей народу поработал в качестве сценографа или медиахудожника. Я тебе по секрету скажу, что Инна от тебя в восторге. Большое ей за это спасибо. Я надеюсь, что... Все будет хорошо у нас. Все будет блестяще, я абсолютно уверен. Расскажи публике просто, что такое сценограф, чтобы аудитория не задавала этот вопрос больше. Ну, в чем твоя обязанность? Сценограф — это, ну, как художник, оформитель сцены. Ну, условно говоря, художник-спектакль. Да, спектакль. Ну, чаще всего это понятие употребляется, конечно, в свете спектакля. Сейчас я получаю театральное образование. В свете того, что музыкального образования такого я, ну, не нашел.
в российской, по крайней мере, федерации. То есть Гнесинка тебя... Mm-mm. Нет, я имею в виду сценографическую. То есть меня это интересовало, да, давно. А еще вот... Тинави, по-моему, да, у тебя? Тинави, да, точно. Тоже чудесный. Тоже артистка. Замечательный своего рода. Все свои. Да. Все свои собрались. Это приятно осознавать. Вот что тоже интересно. Сообщение, к примеру, вот такое. Борис Приматов написал. Как будто на мюзикл пришел. Ну, мы стараемся, да, немного добавить такой драматургии, что называется. Ну, сценограф, мне кажется, не имеет права обходиться простыми формами. Я вообще, честно говоря, поражаюсь, почему все обходятся. Потому что сейчас 21 век на дворе, никто не думает ни про свет, ни про... Валяются кругом на сцене обычно провода эти белые. Думают, знаешь, кто думает? Ну, знаю. В основном те, кто с этими с перьями и стразами на сцене бегает. Потому что другого ничего нет, надо чем-то прикрываться, поэтому прикрываются светом. Вот сейчас такой сарказм прозвучал. Абсолютный сарказм. Более того, я тебе скажу больше, я скажу прямо, что для меня понятие попса — это то самое отвратительное, что может быть на сцене в принципе. Когда люди, которые, выходя на сцену, в принципе... выходит туда ради того, чтобы развлекать, не более, не менее, но при отсутствии других каких-то данных, харизмы особенно, они используют в большинстве своем как раз тот самый свет яркий, всякие фейерверки. Знаешь, как говорил товарищ Станиславский, если я не ошибаюсь, мне кажется, Чехов это говорил, Михаил, кто-то, я режиссер театральный просто по образованию, поэтому немножко сведущ. Так вот, как говаривал то ли Михаил Чехов, то ли товарищ Станиславский, которого я сильно люблю, а театр, настоящий театр, это тогда, когда два актера выходит на черную сцену в черных трико с двумя стульями, садятся на эти стулья и 2.5 часа держат внимание зрительного зала. Ничего больше. Понимаешь? А вот я сейчас не говорю, что сценограф не нужен, боже упаси, но если сценограф добавляет красок и эмоций к тому, что прекрасно делает артист на сцене, ну, в данном случае певец, например, то это неотделимая, что ли, часть общей программы музыкальной. Если сценограф нужен для того, чтобы прикрыть все недостатки того, кто на сцене прыгает, то это, конечно, отвратительно. Ну, тут я не могу не согласиться. Ну, твои артисты, они все исключительно. Исключительно. Я работаю исключительно с выдающимися артистами. Выдающимися. Ай. Выдающимися. И пользуясь случаем, передаю им тоже привет всем. Ай, браво. Значит, Андрей Архип пишет: нет, ну реально, ну вот почему? Сценограф Инна — это круто. Видели его последнюю мега потрясающую работу на мега двухчасовом концерте по заявкам. Вот, смотри-ка. Вот этим концертом я недоволен, как раз. Андрей, срочно уберите это сообщение, что я недоволен этим концертом. У меня не задалось как-то. То есть ты очень критичен? К себе, ну, конечно, как же. Я же творческая личность. Трейдмарк. Заметь, я промолчал. Да нет, ну это... Очень много творческих личностей, ну, тех, кто считает себя творческими личностями, но очень мало тех, кто умеет чисто вот так, глядя в глаза, признать, что он где-то был неправ и где-то, может быть, ошибся, да причем еще недоволен собой настолько, что прям готов сейчас рвать рубашку. Сыны, ну, просто сыны, мы же дружим, помимо прочего, да, то есть мы друзья, слава богу, и это чудесно, и весь этот коллектив чудесные совершенно люди, и поэтому обидно вдвойне. Они-то не видят это все. Они на сцене стоят и, да, и ничего не видят. И только... Ну и слава богу. А публика в огромном большинстве своем, в общем, на самом деле не особенно придает этому значение. Пока, по крайней мере. Ну тогда все нормально. Одни не видят, другие не придают значения. Чего ты так переживаешь? Да не то, чтобы я переживаю вообще. Все будет нормально у нас. Давай дальше. Что это будет? Что за песня? Это песня, благодаря которой мы стали широко известны в узких кругах. Как это называется? Называется она «Волга». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа 9. Поехали. Что я могу сказать о машине «Волга»? О, это удивительная машина. Я сидел на ней месяца два, короче, недолго. Все честь по чести, кузов, шины, двигатель, шаровая опора. Что там еще? Лошадиные силы. Внутри нее шумная по шум мотора. Снаружи кажется, что внутри красиво. Но это не езда, 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 это не езда. Это не езда, и это не автомобиль, я скажу точнее.
Это помесь мамонта с крейсером «Аврора». Это бегемот с повадками «Бармалея». Это два месяца личного позора. Там слева ручка, я думал, это от кого-то. Выяснилось, что это какая-то там заслонка. Ты говорил, это машина-зверь, Сережа, что ты? Это машина-пельмень, машина-пшонка. И это не езда, это не езда. 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 Мой сосед по подъезду Миша, этажом выше. Человек интеллигентный, не отнять, не прибавить. Не курит в лифте, не засовывает свитер в брюки. Единственное «но» — сотрудник гидрометцентра. Каждым утром за ним приезжает такая вот «Волга». И Миша едет на «Волге» в центр, в гидрометцентр. Как он едет туда, я только предполагаю. Но в результате мы имеем вот такие прогнозы. Такие прогнозы, такую погоду, такие «Волги». Такой ипотечный кредит, такую «Думу». Такое радио, фильмы, футбол, магазины. И прочее, мы имеем такое вот прочее. Другой мой сосед, Ренат Тахирыч, большой любитель поговорить о своей работе. Он говорит: смотри, когда я ложу плитку, и сразу становится ясно, он ее ложит. И вот однажды сосед Ренат Тахирыч встречает интеллигентного Мишу в подъезде и говорит ему вкрадчиво: слушай, Миша, ты когда составляешь прогноз, ты в окошко смотришь? Никто, никто не желает работать. Учи, учиться никто не желает. Все заняты какими-то другими делами. И все считают себя врачами и учителями. Или вот я ведь тоже дитя застоя. Гордиться особенно нечем, ну кто я? Я тоже, как эта «Волга». Клаксон, фюзеляж и вся недолга. Вот тут стоп, это главная загадка века. Для меня, как драндулета и человека. Как это так, индивид, которому нечем гордиться, видя себе подобных, злиться? Это не езда, 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 не езда, это 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 не езда, не езда, да, в смысле нет. Какой же кайф, братцы. Скажу по секрету, слушаю сейчас и понимаю, что разговаривать можно дикое количество времени, и все равно обо всем не переговоришь. Тексты все твои. Да. Каждый текст... В огромном большинстве. Дело в том, что раньше еще была вокалистка в коллективе и пела, соответственно. Тоже с амбициями девушка. Талантливейший тоже человек. Понятно, это же хорошо, творческий человек с амбициями должен быть. Вот, и, по-моему, одна или две песни в программе остались с ее текстами, но я не уверен, что мы сегодня будем. Не уверен. Ну, в общем, тексты твои. Да, в огромном большинстве. Ну, почти все. А музыка? Музыка тоже. Что ж, как же? Я же не знаю. Ну, просто, процесс аранжировки... Некоммерческие коллективы предполагают определенную текучку кадров. И я, честно говоря, не уверен. Вот так я не могу сказать, что я автор всех песен, потому что кто-то что-то привносил. У меня были блестящие совершенно музыканты. Вот предыдущий состав: Леонид Михайлович, барабанщик Костюковский, Юрий Владимирович Ульянов. Прекрасные люди и отличные музыканты. И какие-то идеи, безусловно, появлялись благодаря им. И мы их как-то вживляли в песни. Потому что песни, они не пишутся так, как вот обычно. Вот я читал там, как интервью разные слышал.
музыканты как обычно делают? То есть они там придумывают некую музыку. Некую рыбу. Да, потом на эту музыку кладут какую-то рыбу, и потом на эту рыбу делают текст. Да, у меня никогда в жизни так не было. То есть обычно все с текста, собственно, и начинается. Тогда подожди секундочку. У меня тогда сейчас несколько когнитивный диссонанс. Раньше это словосочетание было дико модным, и меня это дико раздражало, когда каждый второй человек. Теперь я вдруг вспомнил. Если ты человек без музыкального образования, ты пишешь музыку, ноты, в которые смотрят люди, знающие нотную грамоту, откуда берутся в таком случае? Как ты их, простите, записываешь? Ну, самый простой способ — просто сыграть, и на слух они снимают. Ага. Да. А на память не получается? Ну, я могу... Нет, я могу... Я владею определенным количеством навыков по использованию музыкального софта, и я могу расписать всю партию, естественно, потом ее просто распечатать. Но набирать я буду на слух, а не на... Вот они, технологии современные. Да. Вот он, прогресс-то. Кстати, да, надо сказать, огромное спасибо звукорежиссеру, который сегодня сидит за огромное, нашим пультом. Да, огромное, огромное. Артём Старинов, я полагаю, что стоило бы поаплодировать. Звук замечателен, и аудитория это уже оценивает. Ну, в общем, мы всегда стараемся делать звук таким, какой он мог бы быть на пластинке. Так, поначалу, я вам скажу, программе ушло около 3 лет, поначалу люди даже не верили. Требовали доказательств. Я просил музыкантов что-нибудь брякнуть на инструменте. Не, ну сейчас верят. Ну, брякни уже, раз начал. Давай. Зачем сейчас обманулся? Вот, да. И после, потом перестали спрашивать, потому что стали понимать, что действительно все вполне себе реально. Есть кое-что, что, собственно говоря, я хотел бы зачитать. «Еду в метро, давай, отец», Леонид Костюковский. Вот. Да. Это да, выдающийся человек совершенно. Отличный отец. Слушает. Ну, в метро слушает? Ну, а почему нет? В метро Wi-Fi. Запросто, и приложение своего радио работает всюду, где есть Wi-Fi. Ну, в общем, да. Я тебя люблю, Леонид Михайлович. Будь здоров и счастлив. Я поднапрягся, но это к Леонид Михайлович. Значит, что касаемо тех, ну, скажем, факторов, которые влияют, повлияли изначально, теперь влияют уже на творчество группы 9. Я ведь недаром сказал, что наследие курюхинское чувствуется, и это совершенно очевидно. Это неплохо. Это здорово. Просто после Курёхина никто подобным музицированием и, скажем так, подобными музыкальными ходами не занимался. Я только сегодня, вот Юля мне вдруг неожиданно сказала, зайдя на сайт, что действительно любовь к Курёхину была. К его музыке, к его творчеству. Да, конечно, безусловно. Я этого не знал, услышал сразу, как только послушал первое произведение. Что касаемо вот ходов, скажем, творческих ходов, они непросты. Ладно, «Волга», вроде бы как шуточная, вроде бы как ироничная песня. Но в этой иронии я вот лично угадываю не столько иронию, сколько тоску. Причем тоску по всему российскому автопрому и всему... По всей Руси. Да, по всей Руси-матушке. А особенно меня сейчас радуют телефоны наши российские. Сотовые стали выпускать. Сотовые. Да. Лучше бы «Волги» продолжали выпускать. Я, знаешь, нет, не лучше бы «Волги». Ты не видел телефона этого. Лучше бы «Волги». Йотафон. «Волга», у меня была «Волга», иначе бы я не смог, конечно. «Волга» — это удивительное совершенно изделие, которое все делает немножко постфактум. Как солдат, я бы сказал. То есть не надо сразу рваться выполнять команды. Вот. Но «Волга» это делает с любыми элементами своего управления, будь то газ, руль, тормоз, что немаловажно. Да, то есть немного погодить. То есть, ах, ты туда, ну окей. Как-то так. И весь этот крейсер за тобой. Ты уже в той стороне. Чудесно. Поразительные изделия. Как вообще, я не представляю, чем они руководствуют. Кто эти люди, начнем с того, кто придумал это? Нет, это наши сайты, надо с уважением. Это наши с чувством юмора, я думаю, отличные отцы и вообще. А люди тут вот пишут, ты знаешь, реплика была от кого-то. Вот сейчас любители «Волги»-то на вас обиделись, пишет Денис Мальцев. О, я, кстати, вспомнил, потрясающий. Мы когда только записали ее где-то, она была еще в 2 альбомах, она у нас звучит, значит, и первый альбом назывался «Талифа Куми», «Живой концерт». И когда мы выпустили, наконец-то, эту пластинку, отзывы на песню, ну, потому что песня «Волга» была самым, наверное, главным хитом на этой пластинке, и, значит, комментарии, да, комментарии, там, ну, вот,
И комментарий, который мне понравился, он в первый же день. Говорит, между прочим, такой появляется студент, да? То есть, между прочим, у Волк нет шаровой опоры, говорит он. Ну и там шкворни. И теперь вот, ну, я подкован технически. Даешь все-таки шаровые опоры. Да. Ну, шаровая опора, она же, ну... Пел как-то даже странно объяснили. Двигатель шкворни. Раз. И становится гораздо понятнее, да, почему она все выполняет постфактум. Все остальное тоже. Там же не шаровая опора, там шкворни, да, ребята. Это, этот комментарий, он свидетельствует о том, что я тоже вот из этой вот, из этих вот, из этого поколения вот этих людей, которые делают Волги. Да? То есть не разобрался с темой, прилепил какую-то шаровую опору и давай. Всех высмеивать. Такой Курёхин нашелся нового времени. 46-47 — это короткий номер для смс ваших. Сначала пишите свои, пробельчик, а дальше уже все эмоции. Но это я тем, кто, может быть, сейчас находится в недосягаемости к компьютеру и неудобно, например, на маленьком гаджете писать ВКонтакте. Гораздо проще тогда отправить смс-ку. Так. Да, да, да. Но эмоции, я тебе скажу, совершенно однозначные. Кроме одного человека, сейчас я его почитаю. Это тоже любопытно. Значит, поначалу напомнили, это Александра пишет, Аламова. Поначалу напомнили чем-то Billy's Band. Не сильна в английском, теперь понимаю, что это не так. Но сильно, мощно, первый раз их слышу, но все очень нравится. Хотя и люблю музыку потяжелее. Вот Андрей Архипов пишет, что... Ну, простите, ну вот... Ну вот смотри, вот теперь слушайте, читайте, немного критики, пишет он. Да. И не потому, что я тут специально остался и все испортил. Ребята, мне правда не хватает мелодики. Да. Внимание, тихо. И черт с ней. Вот нет ее, пишет он. Как тут сказали, старая пластинка, да, она есть. Но на старых пластинках мне лично не хватало той самой мелодики. Впечатление, что я во дворе... Рублю дрова. Вот немного бы мелодики в голосе, и правда все было бы по-другому. Повторю, это мое личное мнение. Очень прошу не бросать меня тапками. Могу отказаться, могу быть неправ. И поэтому прошу прощения у музыкантов. Вот что касается мелодики, я, честно говоря, не очень понимаю, о чем речь. Правда, когда музыканты с образованием, джазовые музыканты, да, не хватает мелодики. Возможно, просто Андрей чуточку иначе воспитан на другой музыке, возможно. Он привык немножко к другим мелизмам. На самом деле он совершенно прав, конечно. Андрей, нет, не хватает мелодики в смысле пения в том ключе, в котором обычно понимается этот термин. Да, я, ну, может быть, потому что я плохой музыкант, видимо. Или потому что у нас слишком много текста. Или еще по каким-то причинам. Но, честно говоря, я не придаю мелодике такого значения, которое придаю ритму. Я считаю, что ритм гораздо важнее. Ну, теперь есть... Это был тост в музыке. Да. И теперь пора спеть. Да. За ритм в музыке. Называется «Танго». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «9». С отсутствием мелодики, видишь, как оказывается. Да. Поехали. Я как сантехник поутру, как голубь в бане, бегу и тороплюсь. Я вымуштрован вами похлеще белки в колесе. Перебираю поросе. Ногами, о мои годы, ветхие странички, мои денечки, птички. Я расставляю вас оточия и галки на полях и поджигаю. Природа шепчет: эй, чувак, не надо песен. Ты и без песен
можешь быть чудесен. Пока ты что-то там поешь, ты вроде как и не живешь, а в этом виде мне не интересен. Плачу пред лицом насмешницы природы. Она хохочет, принимая роды. Я как Дубровский и медведь, готов хоть завтра умереть. Пока стоят такие вот погоды. Ай, браво. Я в свое время, будучи еще артистом театральным, посещали очень часто капустники. Ну, и мы их сами и проводили. Особенно мне радовали капустники музыкантов. Музыкантов чаще всего тех, которые работали в оркестрах театральных. Вот последние штрихи, которые были в этой песне, то, что сделал Павел с контрабасом, это как раз из музыкального капустника артистов сцены, я вам скажу. Это потрясающе, вот неожиданно совершенно. Это то, как он... музыканты шутят, да? Та-та-та-та-та-та. Ну, и дальше продолжать тему не буду. И тут вдруг... Прям-прям. Это очень круто, правда. Братцы, спасибо, братцы. Спасибо. Это вот та история, которую я бы называл для себя. Сейчас ляпну с дуру, может, не так поймете, но это гениально практически, то, что вы делаете. Это я сказал, ты сейчас не дуйся. Не тянул я за язык. Это я сказал. Да, вот, кстати, Андрей Архипов, который там говорил про мелодику, пишет: нет, неплохой музыкант, хороший, просто я действительно воспитал себя на другой музыке. Ну, у людей другое, может быть, понимание. Значит, вот интересное сообщение, которое не имею права не зачитать. Я... сейчас я даже уберу подложку, давайте так, это официальное заявление. Я, мы, наше поколение хотим знать, в чьи руки перейдет воздвигнутое нами здание. От всего нашего состава заявляю. Леонид Костюковский. Большое спасибо, да, моему любимому Леониду Михайловичу Костюковскому. Это цитата, как вы понимаете, из кинофильма «Курьер». Блестящая роль Меньшова. Да. Народ, тут Станислав Павлов пишет: откуда такое смешное название «капустник»? Всегда было интересно, пишет Станислав Павлов. Ох, вас в театральную историю нужно погружать. Просто артисты в свое время, еще в давние времена, собирались для того, чтобы поиграть вместе, посмеяться и съесть капустного пирога. Такая была традиция, такая была мода. Капустные пироги, они всегда почему-то у артистов тех времен вызывали дичайший аппетит и желание поиздеваться друг на другом. Но с тех пор и пошло капустник, капустник, капустник. Между прочим, потрясающее мероприятие. Это как джем для музыкантов, по сути дела. Да, когда можно посмеяться, когда можно поиграться, когда можно как-то порадовать друг дружку и в то же время провести время с пользой для дела. Вместо того, чтобы шляться где-то, да, вот так вот сели вместе, все поиграли. Ну, собственно говоря, программа «Живые» — это как раз из той серии. Это почти капустник. Когда мы собрались, и эти два часа провели не даром, а так поговорили, поиграли, познакомили аудиторию. И, в общем, аудитория, знакомьтесь, 9, 9, знакомьтесь с аудиторией, что называется. Почему 9? Это я знаю, что музыканты терпеть не любят, когда спрашивают у них, почему называется группа таким образом, или сяким образом, но 9-то. Что в цифре такого для тебя эпохального, важного, сакраментального? Все слилось для сердца русского в этой цифре. Да ладно. Ну, что так, именно? Так, ну,
Вообще, у меня есть несколько вариантов довольно скучных. Как всегда. Да, а есть один веселый. Ответов. А веселый что-то никак не мне не приходит. В честь 9-го управления КГБ СССР. Так. Но это что-то не весело тоже вышло. Как-то не очень смешно, да? Да. Ну, первая репетиция была 9 сентября, то есть 9-9-99. 9-9-9-9. Да, и как-то... Тогда сейчас 9-9, а 36 тогда? 36 мне было только 2 года назад. Опять же 9, ну, уже ушло, если суммировать. 3-6. Ну, 9, ладно. Всё, да больше... не, ну нормальное. Нормальное название. Мы как-то... Ну, это возникает в жизни любого некоммерческого коллектива. Возникает момент такой, когда надо уже как-то назваться. Вот. И это тупик, конечно. По-моему, Чой было бы хорошо. Чой? Ну, да. Мы сначала назвались Мачо. Слушай, Май Чой. Но выяснилось, что Мачо есть уже в соседнем доме. И поэтому пришлось... Причем настоящий. Резко переназываться, да. Так. И вот назвали 9 просто, чтобы ну, уже закрыть эту тему, наконец-то. Ну, хорошо. Ладно, я же не спорю, я так спросил, на всякий случай. Подчеркну, что просто так спросил. Вот просто было интересно. Вот мне было дико любопытно. Чаще всего не спрашиваю об этом, а тут как-то стало интересно. Почему мне кажется, что в группе 9 нет ничего случайного? Вот именно поэтому спросил. А вот название случайно родилось? Ну, как случайно? Первый случай. Ну, это случай. Так, ну, нет, там много было таких девяток, в общем. Опять же, машина 9 такая есть, «Лада». Угу. Вот, мы ездим. Сразу после «Волги» стоит. В разряде. Передние. Это сложно их вообще сравнивать. Их классифицировать. Вернее, просто. Очень просто их сравнивать. Вот. Ну, такой. Нет у меня остроумного ответа. Право слова. То есть я каждый раз посыпаю голову пеплом после вот эфиров всевозможных. А почему? Что же? Мне главное, еще был такой эпизод. Мы ездили на гастроли во Владимир. Там есть такая энтузиастка Полина, тоже устраивает концерты. Стекается огромная масса владимирской публики от 9 до 20 человек. И мы играли роскошные совершенно концерты. Штук 5 или 6 или 10, сложно сказать. И после очередного, когда мы уже, ну, можно сказать, что мы друзья, вот, и после очередного концерта у нас мы ожидали обратного поезда и заседали, естественно, что-то там, разговоры и возлияния. Uh-huh. И она говорит, вот паршивое у вас название. Все, говорит, у вас отлично, но название это какое-то... Что это такое вообще? Я так смутился, думаю, да почему ж паршиво? Абсолютно нейтральное. Ну, ничего, никому не, мы не это. Могли бы назвать... Я слышал, вот есть название «Взрыв кабачка в коляске с поносом». Ну, хорошее вот. Название, да. Хорошее. Вопросов почему да. не возникает. Да. Так. Все предельно ясно. Ну, как вот... А «Янтарный капрофил» как тебе название? Есть и такая группа. Серьезно. Подавали заявочку тут. Обалдеть, угу. Надо брать. Мы отказались пока что. Да, это 2 часа можно потратить на разговоры об этом. Легко. В принципе, у них и все две нотки. У них все творчество, в общем, ассоциируется с этим названием, поэтому там можно было даже не выяснять, почему. Там очевидно. Но здесь как-то да. Не очевидно, но нейтрально, согласен. Дай петь. Давай. Вообще, я жалею, что спросил уже об этом. Композиция. Да, можно и не объявлять, наверное, да? Поэтому почему же? Можно, нужно объявлять. Конечно. Она называется «Не все ли равно». Хорошо. Поехали, 9 сегодня здесь. Эгоистом можно стать подлецом, авантюристом, туристом, юристом, юнцом или отцом за щечки, ямочки, за мушку над губой, за пару как бы комплимент. Как бы сказанных тобой. И я дежурю под балконом дома твоего, и бабки у подъезда считают меня за своего.
когда смешной и чистый круглый идиот стою. В театр брал билеты в кино. Мы были в опере и даже в зоопарке. Но глупо даже надеяться на не все ли равно, не все ли равно, не все ли равно. Друг сказал мне: слушай, я не знаю, как здесь быть другой. Ика я резюмировал: забить и забыть. А третий сделал сальный взгляд, умиляясь, как похожи мы с ним. И вот он, я с беломориной трешкой в руке, говорю с продавщицей на ее языке: я должен выпить что-нибудь, чтобы выйти из этих пике. А ты живешь предо мной деталями одежд и сорвать их с тебя нет никаких надежд. Я водил тебя в театр, брал билеты в кино. Мы были в опере и даже в зоопарке. Но глупо даже надеяться на не все ли равно. Ай, браво. Ну, в общем, нет слов. Эмоции, они ведь такая штука, которую либо надо высказывать точно, либо просто молчать. А я пока не могу точно выразить свои эмоции, потому что они как-то прыгают, скачут во мне, и никоим образом не могут в слова трансформироваться. Вообще не получается. Есть вопрос, пишет Григорий Груз. А сильно русскоязычные музыканты 80-х, 90-х повлияли на вас? Просто порой проскальзывает что-то, напоминающее Чистякова, Майка, Аукцион, причем все вместе. Пишет Григорий Груз. Вот Инна Желанная сказала, что мы являемся помесью группы «Вежливый отказ» и группы «Ном». Такая несовместимая... Вообще несовместимая история. Да, несовместимый симбиоз. Что-то в этом есть. Но, наверное, это близко, действительно. Что-то в этом есть. Да, я очень люблю группу «Вежливый отказ» и вообще обожаю, в общем-то. И это, наверное, главный... Ну, как боги. Вот, это абсолютный... Пользуясь случаем, передаю привет. Бывали. Дмитрию Шумилову. Бывали они. Бывали. У нас, возможно, будут снова. Выдающиеся. Ведем переговоры. Слушайте, а есть какая-нибудь песня недлинная, минутки на три? Ну, вот так, навскидку по хронометражу, чтобы недлинная была. Очень хочется сейчас этот закончить чем-то красивым, потом уйдем на паузу, вернемся в студию, но нету, да? Все эпохальные произведения. Можно попробовать «Дружок» сыграть, например. Давайте она, «Дружок». Она, по-моему, коротенькая. Давайте «Дружок». Группа 9 сегодня здесь, напомню. Да, уйдем на жористой ноте. Давайте. На перерыв. А как-то время пролетело, уже и перерыв, да? Заметить не успели. «Дружок»? Да. Ну, «Дружок». Группа 9, напомню, на всякий случай сегодня в программе «Живой». Поехали? Погнали. Я экс-военный, у меня в квартире чисто. Часы на кухне и в гостиной DVD. Мечтал когда-то я, как же стать артистом. И что с мечтами стало бы, гляди. Я не летаю в небе, бегу лупим бумажным. И в общем не срываю с клумбы васильки. Субъект тот самый я, кто в выходные с видом важным утром чистит стекла жёниной оки. Бой, регулярный возврат домой, с прохладным пойлом из вас турмой. Едва ли виден в твое окно порою ночной. Короче, помнишь ли ты про то, как на вокзале стояли мы, расстегнув пальто, дрожали, и деревела я сопела, кто-то рядом
завязывал шнурок. Я все это сказать хотел тебе, дружок. Все знают и в подъезде, и в округе. Авторитет незыблемой, сажусь я в экипаж. Из окон свесясь на меня взирают други. Одни сплошные други дружественно машут. Я верю в социум, хоть в виде групп поддержки, хоть в виде жителей подъезда моего. Однако поскользнуться проще пешки, а я гляжу под ноги, как же там смешно. Регулярный возврат домой с прохладным пойлом и с бастурмой едва ли виден в твое окно порою ночной. Короче, помнишь ли ты про то, как на вокзале стояли мы, расстегнув пальто, дрожали? Тревела запел, и кто-то рядом завязывал шнурок. Я все это сказать хотел тебе. Ну что ж, продолжим. Напомню, в живых сегодня группа 9. Очень необычный музыкальный коллектив и очень необычные песни. Я рекомендую всем, кто интересуется музыкой непростой, музыкой, погружающей в себя, музыкой, дающей какую-то почву для размышлений и пищу духовную, эту группу внимательно расслушать. Пауза была большая. Надо бы, наверное, начать час с того, чтобы сразу что-нибудь спеть. Что это будет? «Любовь и голуби». Вполне логично. Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Поехали! Провозгласили закон о жизни полной самоотдачи, как будто крысы провозгласили закон о жизни полной самоотдачи, как будто крысы провозгласили закон о жизни полной самоотдачи. Почему у людей все иначе, Василий? 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 Почему у людей все иначе, Василий?
Василий, почему у людей все иначе? 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 Василий, иначе! Василий, иначе! Такое странное ощущение, поймал часть себя на мысли. Правда, это редко бывает. И тому свидетель есть. Вот Юля рядом со мной много лет наблюдает за мной и за тем, что мы делаем в эфире вместе с ней. Ощущение поймал себя вот на чем. Я сейчас нахожусь среди инопланетян. Вот эти люди, что здесь в этой студии, группа 9, их всего 4 человека, ну и понятное дело во главе с Чоем, они не отсюда. Они не из этой вселенной, они не из этой галактики, они не из этой жизни. Они откуда-то совершенно из другого мира. Этот мир неведом, этот мир совершенно своеобразен. В этом мире совсем другие правила, в этом мире совершенно другая логика, в этом мире совершенно другие отношения между людьми. Отсюда и вопрос возникает, почему у людей все иначе? Василий. И этот вопрос, кстати, меня тоже частенько накрывает. Но, правда, я не придавал этому вопросу конкретного человека, то есть я к Василию не обращался. Я обращался во вселенную. Почему же у людей все иначе? Вот сейчас человек, собственно, обрел для меня, в общем, облачил мои соображения в некую форму. Теперь я понимаю, у кого нужно об этом спрашивать. У неведомого мне Василия. Глядишь, и ответ получу от него же. Когда-нибудь ночью проснусь, и разбудит меня голос Василия. Да потому что... Не знаю, откуда это сейчас все родилось, но тем не менее... Тем не менее, мне кажется, все совершенно справедливо. Откуда ты, скажи мне, дружище? С какой планеты ты прилетел к нам? Этот вопрос действительно ставит меня в тупик сейчас. Я пытаюсь найти остроумный, конечно, ответ, но это... Да не пытайся, говори как есть. Вообще я из Люберец. Да, это другая планета. Это совсем другая планета. Улица Кирова. Пользуясь случаем, передаю привет моей бабушке. Отличная женщина. Ай, брат. Значит, прическа нормуль, пишет БН Фото. Можно не переживать, просто были некие переживания на тему выступления. Главное, драйв, дрожь по коже, спасибо. Кто такой или кто такая БН Фото, кто скрывается за этим ником, я не знаю. Чего у тебя были переживания по поводу прически? У меня по поводу прически? Не знаю. Боже упаси, нет, я никогда, просто были вообще никогда в жизни не переживал. Не-не, просто были некие переживания на тему выступления. А, ну конечно. Прическа нормуль, можно не переживать. Прическа. Это очень важно просто, когда вот выступление, надо подобрать вот соответствующий какой-то прикид, вот это все, что по моде, ботиночки там, почувствовать бит, вот это вот биение, так сказать. Ну. Я на какой-то из фотографий видел тебя в удивительных очках. Очки круглые такие, очки сварщика, по-моему. Вот я в них как-то раз нырнул, да и потерял. Да? Нету больше? Да, больше нет этих очков. Ну, был, да. Мы как раз, когда вот была презентация альбома «Убей в себе Евграфа», мы там все были. Это, да, уделили отдельное время сценографии, костюмам. И вот очки как раз из той истории, она такая была, пролетарско-лирическая, я бы сказал. Ну, сегодня ты почти в классике. Да. Рубашка от смокинга, такая белая. Нет, не от смокинга. Ну, отсмотришь смокинг. Смокинга у меня, к сожалению. Смокинг вот только у классиков. Уроженцев, да, Гнесинга. У классиков. Гнесин. Гнесин. Консерватория и Гнесин. 46-47, короткий номер для смс-ка ваших. Наташа Иванова не в первый раз уже спрашивает, только сейчас я обратил на это внимание. Повторю вопрос, пишет она, так как очень интересно. А часто ли вы шалите музыкально на концертах? И если шалите, то как? Ну, я имею в виду, музыканты частенько бывают, может быть, позволяют себе... Выпить, что ли? Это не шалость, это нормальная, мне кажется, тенденция. Я к тому, что музыкально.
Не, не бывает. Да, все это, в общем, большая, по-моему, все-таки довольно ироничная, да, штука-то. То есть мы же не то, что прям серьезно начали выяснять, как Волга, вот эта большая вообще трагедия в стране, налоговая служба плохо работает, этот президент у нас какая-то сомнительная личность. И вот это что, я же, ну, мы все живем здесь и имеем примерно такие же представления о юморе, как и любой другой индивид. Ну, ты знаешь, к сожалению, не все имеют представление о юморе. К сожалению, да. Есть люди, которые обсуждают Шарова, есть в Волге или нету его там. Да. А что там есть, кроме... Шкворни, да-да-да. Запишите себе. Да, я запишу, да, я запишу обязательно. Слово удивительно, почти матерное, в моем понимании. Да. Шкворни. Надо дальше петь, мне кажется. Что ты как Шкворни? Последний. Ты как последний Шкворни. Ну вот да, вот сейчас вот без юмора сыграем композицию. Что это будет? Называется композиция «Умесного». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа 9. Поехали. Сказала, подожди, меня Сережа у мясного, и вот я жду. Между тем уж пол второго, как ты пойдешь по этой темноте, когда троллейбусы и те уже не ходят, одни коты. Нет, я, конечно, провожу, но надо же и встретить. А может, это надо мною шутишь ты? Ты пошутила надо мной, конечно. Теперь стоим тут, как не знаю кто. Троллейбусы, которых нет, коты и я. По этой тьме кромешной бьет ветер полами пальто. Тебе, пожалуй, было бы смешно, но ты же спишь, ведь так ты спишь. Красивая. Уже светать, я наконец. Да, это вам не Волга.
Это куда серьезнее, особенно когда речь идет об ожидании у мясного. На голодный желудок лучше там было бы не стоять. 4647 — это короткий номер для смс. К ваших сначала пишите свои, пробельчик, дальше все, что хотели бы адресовать коллективу. Для нынешнего состава ноты подготовила Анюта, пианистка старалась. Такая вот смс пришла. Серьезно. Иначе семья беспокоится. Да, видимо, подчеркивает значимость. Ну, в общем, слышно, что ее значение в коллективе очень велико. Безусловно. В одной из песен я, честно говоря, даже вздернул глаза, потому что мне показалось, что играет темнокожий человек на клавишном инструменте. Настолько все было в кайф и в точку. Ну, блюз, джаз — это все же музыка оттуда. Оттуда, профессионально вообще все. «Требуем соло ритм секции из Гнесинки», пишет кто-то. Опять же, без подписи, хоть подписывайтесь. Я уж не знаю, как ребята реагируют на подобные просьбы. Ритм секции, то есть бас, либо контрабас и барабан, могут ли сыграть какую-нибудь соло для того, чтобы подтвердить, что нет? Возникла дикая пауза, сейчас неловко. Безусловно, соло будет. Все, спасибо большое. Че я обещал? Значит, соло будет. Отдельно этого не делается. Так, значит, Александр Сазанов, боже, какие слова интересные. Боже мой, слушаю программу, а из головы не выходит фильм «Венера в мехах». Такой легкий, размеренный, слегка загадочный, эротический бурлеск. Даже не знаю почему. Смотрите, какие картинки-то вы рисуете своей музыкой. Честно говоря, я поражен, конечно. То есть отзывчивая, прекрасная публика — это дорогого стоит, как говорят в Рязани. Это уровень. Это уровень, я с этим согласен. Ребята все свои спортивные. Что касаемо... Ну, народ опять перекличку просит. Ну что ж такое? У нас есть такая уже поднадоевшая немножко история, но я взял за правило не читать. Потом прочитаете в группе, если захотите, если будет интерес. Аудитория очень широкая, из разных совершенно регионов слушает радиостанцию. Ни Москва, ни Питер в чистом виде. Это шарик земной, по сути дела. Можем на следующей песне опять-таки попросить людей написать город, с которого они слушают эфир. Зачитывать я не стану, вы потом сами прочитаете в группе. Ладно, чтобы не терять время на чтение. Но география очень широкая. Вы удивитесь, когда узнаете, какие города и какие страны вообще сегодня присутствуют здесь. Концерт у вас сегодня на очень большую публику, правда. Большое спасибо. Всем большое спасибо всем, кто нас слушает. Да, вот Алексей Макеев пишет, а, кстати, вчера перекличка была, просто слушал эфир, там Семен Города даже не читал. Не стал читать, да, потому что перекличка, она нужна и интересна музыкантам. А музыканты потом прочтут все, что писалось сегодня по эфиру, и выяснят, собственно... Мамой клянусь, прочтем. Ну, раз так, значит, серьезно все будет хорошо. Значит, обязательно прочтем. Чтобы я сдох. Давайте, что будет следующим номером? Композиция про настоящих мужчин. Так и называется? Называется «Плинтус». А вы, ребятки, пока идет эта композиция, исполняется эта песня, пишите города, из которых вы сегодня слушаете эфир. Поехали. Если в Андреевом доме вдруг отвалится плинтус, Андрей не будет растерян, Андрей не воскликнет «Ой!», не станет искать в интернете, что делать, сломался плинтус, а он возьмет и починит. Вот он, Андрей, вот он, Андрей, какой. Не хуже Андрея, вернее, я хуже Андрея, но только по этой части. Зато я пишу стихи, и то, что их не приколотишь,
на стену в доме Андрея. Или другую стену, не значит они, еще не значит они плохи. Да, никаких комментариев у меня не будет по этой песне. Все совершенно очевидно. Мне кажется, сказано все, что нужно было, чтобы стало понятно, о чем эта песня. Слушаю программу из головы. Нет, это я уже читал. Привет, живые. Вот, Сергей Малявин написал. Для меня сегодняшние гости очень приятная неожиданность. Услышал их пару лет назад. И с тех пор несколько их песен постоянно в моем плеере. А какие у них клипы? От художественного свиста практически смеялся в голос. Посмотрите, кто не видел. А когда ими вот серьезно заинтересовался, узнал, что они прекратили свою деятельность. Теперь тем приятнее возвращение. Это вот к разговору о том, что вы вернулись. Да. А что касается клипов, много ли? Насколько я помню, 3. У нас есть клипы на песню на песню «Художественный свист». Это был первый. И мы даже участвовали в каком-то конкурсе и что-то выиграли. Но не помню, что и где. Потом был клип на песню «Здравствуй» и клип на песню «Все, что я хочу». А «Кокарда»? А, и «Кокарда», точно. 4. Я же видел «Кокарду», ты да, помню? Да, «Кокарда». Такой типографический да, клип. Да-да-да, очень хороший, кстати. Спасибо. И получается 4 клипа, да? Да. 4 клипа. Надо бы о концертах. Когда ближайшие, где? Ближайший публика, которая заинтересована. Будет 19 июня в клубе «Китайский летчик» Джада. Приходите все поголовно. Угу. Да. То есть поголовно ты считаешь на входе людей, я так понимаю. Ну, не я, но мне тоже надо кормить семью. 19 июня, клуб «Китайский летчик» Джоуда. Во сколько? Ну, 8, видимо. Это пятница, прекрасный день для концерта. Так что все. Да. Никаких дач, боже упаси. Трудно с этим. Да, это пробка же сплошная в это время еще. Так что давайте вот создадим... на концерт, сразу потом можно надо на дачу. Надо создать пробку в летчике Джоуда. Да, нужна вот пробка совершенно в другом месте. На шоссе энтузиастов она не нужна. Не нужна, согласен. Скажи, пожалуйста, вот интересный момент. С юмором все в полном порядке. Юмор у тебя, с сарказмом все хорошо, слава богу. А ты когда-нибудь в голос смеешься? Я все время смеюсь, без конца и в голос. У меня у жены, знаете, чувство юмора просто потрясающее. И она меня... Да. Она веселит тебя. Очень, да. И дочь у меня отличное чувство юмора у дочери просто. А, то есть ты приходишь домой и получаешь... И начинаю ржать, да. Получаешь гомеопатическую такую встряску от хохота, потому что дочь и жена веселят тебя. Да. А ты их? И я их, конечно. А чем ну, ты их? Ну, я их не только, конечно, веселю. Потому что я творческая личность, как вы понимаете. Да-да-да. С творческими людьми жить — это вообще... Это сложно, да, это я понимаю, согласен. Просто у меня матушка, актриса, кстати, она всегда, глядя мне в глаза, говорила: «Сын, ну вся грусть еврейского народа в твоих очах отражена. Я хочу это дело парировать в твой адрес. Тоска там вселенская во взгляде». А чего? Я же полагаю, что ты не с той планеты, правда. А чего такая тоска? Ну вот, налоговая служба меня... Да что ж тебя так Что это такое? Что тебя так тревожит, налоговая? Вообще вот общеполитические вопросы, там вот это глобальное какое-то вот потепление, экология. То есть ты человек активный, социально заинтересованная личность. Ой, знаете, у меня есть потрясающая, конечно, история про остросоциальную нашу вот деятельность коллектива, но она с матерщиной, поэтому я не буду ее, наверное... А если обойти матерщину? Не получится. Весь юмор заключается в матерщине. То есть ради этого вся песня и пелась, да? Как у Шнура. Что же вы там пели-пели, и в конце вдруг мат проскочил. Так ради этого мата вся песня и сочинялась. Зачем? 4647 — это короткий номер для СМС. К ваших свои пробел дальше сообщение. Ну и, понятное дело, вычитываю что-то в группе, например. Вот Иван Петров пишет: у вокалиста невероятно приятный голос. Спасибо. Но такой, однако, загадочный. Спасибо. Не хотел ли он поучаствовать в озвучке закадровой мультфильмов, например? С удовольствием. Либо, звоните. Может быть, стать ведущим. Ведущим тоже могу. Можешь? Могу.
Порадуешь этим свою семью, жену и дочку? Я еще вот записал аудиокнигу, например. Все прослушайте. Это потрясающий совершенно автор. Зовут его Федор Шаляпин. И книга называется «Страницы из моей жизни». Это его биография. Я напрягся так на секундочку. Написанная удивительным совершенно я языком. Подумал, что кто-то позволил себе взять полный псевдоним. Mm-hmm. Но это биография Федора Шаляпина. Да, совершенно верно. А где это можно послушать, где это можно приобрести? Это было довольно давно, когда я ее записал. И я недавно полез смотреть, где ее можно послушать, потому что забыл, куда я ее выложил. Вот. И обнаружил, что весь интернет заполнен этой книгой просто. Полно ссылок. «Страницы из моей жизни», Шаляпин, аудиокнига. И вы найдете, обрящите. Uh-huh. Я Надо будет. Я теперь заинтересован. Да, прекрасная книга. Я рекомендую ее всем, а уж музыкантам вообще просто. Сам Бог велел. Спасибо, спасибо. Многие, надеюсь, сегодня, услышав тебя, обязательно найдут эту книгу. Имейте в виду, что закадровый голос, то есть голос от автора, я так понимаю, это Чой. Вокалист группы 9. Так, какое-то было сообщение, которое для себя подметил, но потерял. Было уж больно много сообщений, поэтому все сразу как-то и не видится. Ну ладно, бог с ним. Тогда мы дело потом найду, может быть, по ходу как-то соображу. Скажи вот еще о чем. С одной стороны, я сейчас хочу больше музыкантам, наверное, обратиться. Люди образованные, люди с гнесинским, или почти с гнесинским образованием. Ну, может быть, Павла все-таки я выдернул. Паш, можно микрофон? Как человека серьезного такого. Да. Да, глубокий серьезный человек, но я же вижу. Паш, ну ты же классический музыкант, правда? Ну, не классический. Ну как, ну Гнесинка дает какое образование? А, ну дает еще эстрадно-джазовое. То есть эстрадно-джазовый музыкант. Да, и мы, собственно, все как бы именно с эстрадного джазового отделения. Ну хорошо, эстрадно-джазовое отделение. Все-таки джаз — это музыка, ну, мягко скажем, некоммерческая. Да, значит, я ее отношу неправда. Я понимаю, что неправда. Есть разный джаз, да. Согласен, что есть джаз, который можно легко и здорово. Только у нас продюсеры почему-то этого не понимают в стране. И джазом особо-то не занимаются. Что держит тебя с этим человеком в его коллективе? Ну скажи, ну он же ведь, по сути дела, джаз не поет. Говори, как ну, на духу. Ну всё. Вот вы правильно заметили, что человек с другой планеты. Ну, наверное, вот это и держит. Именно вот это и держит. То есть ты заметил тоже, как и я, да, что он не отсюда? Да, прям вот как я его только первый раз увидел, а познакомила меня... Зеленая рожа. Аннушка, да, да, космические задумчивые печальные глаза, вот, и я, в общем-то, сразу понял. Все, это любовь с первого взгляда была. Абсолютно. Как я понимаю. У нас атмосфера любви, взаимопонимания, уважения и... Да. Вот в этом ам, собственно говоря, скрывается вся самая сокровенная правда о том, как у вас в коллективе. Но могу сказать, сейчас совершенно без иронии говорю. Каждый день, каждый божий день, пять раз в неделю по будням в этой студии играется живая музыка. Разная. Естественно, разных жанров, разных видов, разного уровня. Но сказать то, что я сейчас скажу, у меня возникает желание не каждый раз. Потому что это как раз тот случай, когда это исключение, скорее, из правил, подтверждающее правило. То, что вы делаете, это очень круто, вот реально круто. И не потому, что вы это хорошо делаете, а вы это делаете хорошо, а потому что вы делаете это вот с ним, поддерживая таким образом его, ну, некую неотсюдостость, вот такое слово, нет такого в русском языке. Но все же это справедливо, мне кажется, потому как очень часто бывает, когда талантливый человек не находит для себя нужных ему партнеров, да, и вот в данном случае нужных музыкантов. И весь его талант уходит куда-то, и страна не узнает об этом. Он остается сам по себе, один, одинок, забит, какие-то рамки, которых не позволяют... И худ. И худ. Ну, то, что худ, он и так худ, но не одинок. Это очень важно. Спасибо за то, что вы с ним работаете. Это я за тебя сейчас сказал. Да, большое спасибо. Я присоединяюсь к словам. Хорошо. Хорошо сказал. Спасибо большое. Надо тогда дальше петь. Надо тогда дальше радовать аудиторию. Теперь, соответственно, мы просто обязаны после такой интродукции, я бы даже сказал, предуведомления, теперь мы просто обязаны исполнить композицию «Полную любви к музыке» под названием «Работник сцены». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа 9. Погнали. We'll be right back.
Здравствуйте! Меня зовут Валерий Померанцев. Я работник сцены в цыганском театре «Монтажный цех». Нет, я сам не цыган, но очень-очень люблю романсы. Так что эта работа, в общем, жаловаться грех. У меня есть разные записи, я хожу на концерты разные. И дома с женой на два голоса мы тоже любим попеть. Потому что романсы, это, мне кажется, это прекрасно. Романсы, это прекрасно, прекрасно же, правда ведь? До работы ехать не близко, со станции Куровская. Электричка, метро, троллейбус, но я ничего, привык. У меня небольшая зарплата, она здесь у всех такая. Но здесь зарплата не главная, если говорить напрямик. Я иду на работу утром, вспоминаю утро седое. Нивы печальные, снегом покрытые, вспоминаю я. И голубеет небо над моей головою. И золотеет солнце, и вертится земля! Романсов, работник сцены. Еду на электричке к вокзалу. Жена приготовила обед с собою. Желаю удачи, милый, сказала. И вдавленные в лавку мы едем. Токари, слесарь, клерки, юристы, учителя, врачи, инженеры, малобюджетные артисты. Чтобы попасть на работу вовремя, надо успеть на 06:17. Конечно, нервы, конечно, трудно. И многие пьют, и многие злятся. И многие смотрят на меня с вопросом. Тогда я втыкаю наушники в уши и нажимаю пуск и регулирую громкость. И слушаю, слушаю, слушаю. Ну и медведь заходит в студию, совершенно было бы сейчас логично. Такой классный шалман. БН Фото, помнишь, я говорил тебе, человек писал про прическу, что-то такое? Это Павел Васильев, знаешь такого? Вот он пишет, сходил бы на концерт, в Фейсбуке спешусь, благо друзья, пришел поздно, такой кайф. Ну, это спасибо большое. Смотри, расцвел сразу, изменилось лицо сразу, в глазах огонек появился. Любишь, когда хвалят, да? Да. А когда ругают? Нет. А когда ругают по делу? Когда ругают, я сам отлично все знаю. Вот что, ругатели тут, понимаешь. Я люблю, когда конструктивно что-то предлагают. Вот, это да. Правильно. Я тоже так люблю. А когда тебе, допустим, кто-то из близких, дочка, например, взрослая дочка, кстати. Сколько дочек? Дочка 10. 10 лет. Mm-hmm. Говорит что-нибудь против тебя. И говорит, вот не согласна она. Ты тоже ей говоришь, дочь. Как зовут дочку? Саша. Говоришь, Саня, конструктивно, пожалуйста. Или как? С дочкой, во-первых, и в главных у нас. Во-первых, у меня замечательная совершенно дочка. Просто. Да кто бы можно было только мечтать о таком ребенке. Просто. Я ее не заслуживаю, скажем прямо. И отношения у нас с ней восхитительные. Особенно во второй половине дня. Потому что в первой половине дня мне надо вести ее в школу и, соответственно, вставать с ранья. А тут лучше себя не трогать в это время. Да, что, безусловно, расстраивает. Угу. Она еще человек пунктуальный, и поэтому
Это каждое утро у нас превращается в такой небольшой театр. Выходим через 5 минут, говорит она мне. Так, 3 минуты. Так, вот это, так это ее слово. Вот какие-то такие отношения высокие. То есть ребенок настолько рвется в школу? Да, ей очень нравится. Почему-то. Меня это тоже удивляет и радует. Ты знаешь, главное, чтобы это состояние ее любви и интереса продержалось как можно дольше. А ты как-то подпитываешь ее интерес к школе? Или там делаешь... Боже упаси, нет. Я вообще... Я, подходя к этому заведению, у меня портится настроение. Я вспоминаю сразу. Я вспоминаю тоже многое. Вот. Мне о школе особенно приятно вспомнить. Я что-то вот затрудняюсь с ответом. Ничего хорошего, по-моему, в школе не было. Да и в институте, в общем. Все самое хорошее началось с момента вот уже взрослой совершенно жизни, работы. То есть школа и институт все ни о чем? Ни о чем вообще. Вот тут человек вспоминал Уриевского, ему показалось какое-то сходство с Уриевским есть текстом, песня напоминает. А вот у Уриевского есть песня замечательная, песня ни о чем. Mm. Если не слышал, послушай обязательно, очень прикольная, кстати сказать. Знаешь что, вот вдруг неожиданно разговор перешел в такую фазу, скажем, воспоминания о прошлом, о школе, например. Я тоже не могу сказать, что я школу свою вспоминаю с восторгом. Я своих приятелей, одноклассников многих вспоминаю с удовольствием. Ты дружил в школе? У тебя были друзья? Дружба какая-то в школе с кем-то такая? Ну, конечно, вот, не разлей вода. Конечно, да. У меня были друзья в школе. И, слава богу, мы по-прежнему... То есть после школы еще общаемся? В отличных отношениях общаемся по мере. Возможно, потому что сейчас такая жизнь. Я студент. И я все, то есть, если я не студент, то я где-нибудь на гастролях там с каким-нибудь из артистов. Довольно тяжело меня застать. Но когда получается, это, конечно, отрадные встречи. И вообще, я люблю моих друзей. Скажи, а первый раз напился в хлам ты как раз в школьные годы? Ну, это безусловно. Конечно. Лет в 15? Или ранее, или позднее. Ну, в 15. Ну, я в 15 лет. Наверное, 15. Ну, с одноклассниками, естественно. С одноклассниками. Естественно. И одноклассницами. Не, нифига, мы только в мужском коллективе. Дикари. Дикари. Ну, неинтересно, я тебе скажу. Если уж есть женская часть, то лучше как-то пить аккуратно, чтобы иметь какое-то продолжение. А когда ты... 15 лет не рассчитываешь ни на что. Та ты шо. Плохая школа у тебя была, я тебе скажу. У меня были времена получше, значит. Мы поэтому собирались чисто пацанечьей компанией, чтобы только набухаться. Вот, да? Я помню первый раз. Ты помнишь свой первый раз? Алкоголь? Да. Честно говоря, нет. Я сейчас вот вдруг подумал, что нет, я не помню первый раз. А я помню, хорошо. И мама помнит до сих пор. Это было тогда представление. Я не помню, как шел. Yeah. Я только помню, когда я собрался с мыслями и в кулак пытался рожу собрать, чтобы так в дверь позвонить, чтобы мама так не напугалась меня сильно. Я позвонил, вот этот момент я помню. Я звоню, открывается дверь, я говорю, здравствуй, пытаясь говорить ровно. Здравствуй, мама. Дальше не помню. А дальше мне рассказывала мама, что было. Когда я так как стоял плашмя, так вот, собственно, и упал, дальше она уже меня тащила. Эта история есть у каждого мужчины. Да, 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 да. Но у тебя когда нет. Когда встречает мама, нет, такая была. Но только это был не первый раз, конечно же. То есть ты первый раз аккуратнее все. Конечно, я очень аккуратный и вообще педантичный человек. И зануда, нетрудно видеть. Да, я заметил, да. Когда по разговору пошел про выпить, так он замолчал, сразу же стал... Ну почему выпить? Я люблю завсегда. Ну что дальше? Что дальше? Что по программе? А вот мы успеем одну или две? Да почему же одну? Три, семь? Я думаю, что если поставить... Семь вряд ли. Семь не обещал. Но две-то точно успеем. Что это будет? Композиция носит название «Сияющие клинья». Как всегда, живой звук в программе «Живые» само по себе название вызывает уже. Погнали. Когда мы были моложе, беспечные и бесстрашные, как воробьи, мы в день сочиняли две песни, одну про себя и одну о любви. И первая песня сияющим клином вздымалась, глупейшим сияющим клином вися над вторым.
вторую. И нам неразумным ей-богу казалось, что мы герои. А песня вторая глупее в два раза. Любовь — это солнце, любовь — это сон. Любовное сонное солнце на грани экстаза. Все строго в миноре, и все в унисон. И сверху рыдает гитара, и давит на жалость. За первой, едва поспевая, рыдает вторая. И нам неразумным ей-богу казалось, любовь такая. Мы каждый последний звонок 25 мая встречаем друг друга в стандартной пивной. Теперь-то мы все, решительно все понимаем, но песни ни в день и ни в год ни одной. Мы темы себя и любви исчерпали заочно, а прочие темы скучнее и односложней. И хочется быть одновременно и пылким, и точным. И хочется быть актуальным, как бы бессрочным, но это едва ли возможно. Слушай, а что такое актуальность в твоем понимании? Мне кажется, вообще ты живешь немножко в прошлом. Да и будущем. Есть только миг между прошлым. И вот это актуальный миг. Да, это тяжело, серьезно. Тяжело поймать, конечно, такое. Актуально, ну, я не знаю, меня все время вот беспокоит, что я как-то не на ноге со временем, вот, не в ногу я. Вот и мне тоже так кажется. Но мне это нравится, кстати. Да мне, в общем, тоже. Но вот что-то... В каком времени ты застрял, скажи честно? Ну, вот мне 90-е годы нравились, я помню. Или... О, близенько. Да. Мне мои друзья все время говорили, что я вообще из 19 века. Ну, это был 20-й тогда век. У-у-у. Я просто, ну да, может быть, вот это сам. Мне еще очень нравится вот вся эта эстетика 20-е годы прошлого века. У-у-у. И с точки зрения культуры мне очень нравится начало прошлого века. Особенно отечественная культура. Там было бурно все. Там... Литература, вот, музыка, живопись, музыка, театр тогда, да, очень хорошо. Почему-то все в одну эпоху. Я как-то однажды даже сел, подумал, почему же все эти люди родились в одно и то же время и собрались именно в том периоде, а потом как-то все и рассосалось. Странно даже, правда. Но очень круто. То есть я, значит, точно подметил, что ты оттуда. Это ну, да. Сложно, оттуда, не оттуда. Оттуда. Я теперь знаю планету, откуда ты, да. Знаю. Вот Анатолий Михайлов пишет, кстати, человек из Молдовы нас слушающий. Название композиции, конечно, шикарное, разнообразное, но у большинства коллективов, прочитав название, уже примерно понимаешь, о чем пойдет речь в песне. Но не у группы 9. Слушаешь и не знаешь, куда понесет следующие строчки. Мне нравится. Ну, в общем, все у них достаточно непонятно в плане не предугадать, не предвидено даже начиная с самого названия. И, в общем, совершенно логично, что Анатолий это дело подловил, поймал эту мысль и поймал эту историю. Предвосхищая, можно сказать, что следующая композиция будет называться «Кубики». Это задача для тех, кто слушает группу 9 впервые, догадаться, что за кубики имеются в виду. Я уверен, что... Никто Хотя я ни в чем не уверен абсолютно.
Думаешь, не догадаются? Может, и догадаются. Не, догадаются. Ну, давай попробуем. Все, снимаем задачу. Давай попробуем. 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 Окей, пускай будет задача. Как всегда, живой звук в программе «Живые», группа 9 здесь сегодня. И загадочные кубики. Поехали. Пятилетки труда в густой темноте. Пятилетки труда в густой темноте. На животе. Где мои кубики на животе? Где мои кубики на животе? Все? Я ждал продолжения истории про кубики. История самодостаточна. Браво! А что тут скажешь-то еще? Ну, в общем, в принципе, да, все сказано. Этим все сказано. Братцы, у нас с вами осталось всего 5 минут до конца эфира, как быстро полетело время. Еще одна песня как минимум попадает, только чтобы она не была 7-минутным полотном. Давайте посмотрим внимательно на хронометраж. Хотелось бы, чтобы это действительно успело сыграться до конца программы. Есть такое? Да, да. Хорошо. Ну, значит, мы этой песне... Как она будет называться, кстати? Она скажу? Называется «Или 75», и мы предоставим в этой песне возможность расслышать соло ритм-секции. Но слава богу, то есть она не закончится так неожиданно, как кубики на животе. Спасибо огромное. Вот я сейчас говорю совершенно от всех тех, кто слушал сегодня эфир, потому спасибо. Что они кричат об этом здесь, в официальном сообществе, а я могу сказать вам лично. То, спасибо, что вы делаете, спасибо. Это прекрасно, братцы. Действительно, очень неожиданно. Это как раз из той серии, которую я называю всегда кино не для всех, да, и музыка не для всех, только для очень умных, погруженных в себя, в творчество, любящих жизнь. Людей. Физически развитых тоже. И да, и тех людей... Нет, ну, знаешь, физически развитые люди вряд ли, мне кажется, могут с удовольствием слушать такую музыку. Им что-нибудь попроще, там, сигарета, сигарета, сигареточка. Ну, шансон же, он как строится. Одно и то же слово повторяешь раза 3-4, и вот тебе уже шансоновская песня получается. Светлана Коваленко написала: «9 вселяют надежду на то, что у российской современной музыки есть будущее». Большое спасибо. Очень понравились. Вот именно этими словами мы, пожалуй, сегодня закончим эфир, отправимся на выходные. Спасибо, что были у нас. Группа 9. Прошу любить и жаловать. Спасибо. Пока. Поехали. Пока.
зачем? Я и люди вокруг о такой ерунде говорим бесконечно. Что бумажник не толст, что живот не упруг, что чего-то еще как-то не безупречно. Даже брызги слюны, даже рот искривлен, даже, кажется, стало выше температура. А всего-то и дел, что паршивый прием в зоне отдыха нашей или в зоне культуры. А на что мне прием? Я и так каждый день безо всяких приемов могу целоваться с тобою. Что в карман не вложи, какие штаны не надень, пламень нашей любви завсегда поглотит наносное. Сказал то, что должно сказать, моя веточка рыбка, и довольно об этом. Помолчим 5 минут или 75.